Да, привет, друзья. Слушайте, я хочу вас спросить, вот там писали, вы рассказываете немножко своей истории, это очень интересно, но поскольку я прочитываю эти комменты все, по возможности вот могу рассказать кое-какие истории, поэтому я вам предлагаю, я вот подумал, встречи с кем вам рассказать? Ну, из таких вот великих людей, вот, ну, допустим, мне в голову сразу пришло про двух человек сейчас, например. Это академик Работнов, отец русской советской механики. Академик Работнов. И, значит, академик Фролов Константин Васильевич. А могу еще третьего рассказать, например, Термен, который Терменвокс изобрел. Да, Терменвокс это, ну, первые электромузыкальные инструменты. Ну, я могу рассказать, ну, вы выбирайте, вы мне там напишите, академик Фролов, академик Работнов, Термин. Ну, в следующий раз еще кого-нибудь я вспомню, и мы поговорим. Ну, там, может быть, я вам расскажу там про космонавтов кого-нибудь. Ну, подумайте, подумайте, напишите там. Потом я вас очень прошу, подписчиков нам надо прибавить в нашу школу, потому что уже наступил момент, когда мы ту группу закрытую, которую я давно создал, зарезервировал и давно уже обещал, что туда будут переходить именно те, которые пользуются моим доверием, да, то я решил ее уже включить. И поэтому, пожалуйста, комментов больше пишите и привлекайте больше людей. В группах распространяйте своих, вот наши видеоролики, потому что мне очень жалко, что очень мало людей слышат нас, а ситуация сейчас и в стране, и в мире тяжеленная. И мы хотим сделать прорыв, потому что мы же школа «Человек будущего», вот, прорыв сделать, и чтобы люди научились сохранять себе человека, вопреки всем обстоятельствам, потому что идет расчеловечивание. Да. А я хочу, чтобы помочь всем, чтобы все были здоровы, любили друг друга, как говорил святой Франциск. Ну, я не святой Франциск, но, в принципе, у меня тоже такой позыв такой есть, поскольку я по природе добрый человек. Да, и давайте так делиться опытом. Пожалуйста, вот сейчас Константин Маркин там показал свои упражнения, как он по методу ключ усовершенствовал дыхательные упражнения. Там Константин Михайлов показал. Молодцы, ребята, давайте, делитесь своим личным опытом. Давайте, давайте, молодцы. Присылайте свои там изобретения. Я буду всем вас показывать, и себя вам показывать, вы всем друг другу показывать, чтобы наша школа развивалась. Да, потому что такого контента, как у нас в мире, нету, а почему-то нас мало людей видят. Да, и мне обидно, потому что я смотрю, вот некоторые там курсы проводятся, какие-то там сотни тысяч людей. Да, ну дай им Бог здоровья. Дело не в этом. Дело в том, что почему у нас этого нет, я не понимаю. Ну, потому что мы иногда видим себе кнопку нажать, подписаться, коммент, вопросы задать какие-то, ленимся. Да, а мне в личку пишите. В личку пишут, и я все время там в личке, понимаете? А вы пишите прямо здесь, под видео. И потом новичок приходит сюда, не догадывается посмотреть в описании под видео. Описание откройте, там и входы в школу, и ВКонтакте, в этом Фейсбуке, бесплатные входы. В школу входите, там обмен опытом между участниками, там задавайте, пожалуйста, вопросы. Потом новичок ходит и не знает, что у нас есть сайт stress.su, старый сайт, там большой архив, да, видеоархив там потрясающий, да, и помоложе сайт есть hasai.ru, да, пожалуйста. Потом у нас книжка вышла недавно, «Национальная идея России. Генератор будущего». Да. Там у нас есть еще и магазин электронный, там много электронных книг. И сейчас новая книжка выйдет в АСТ. Да. Ну, также, пожалуйста, давайте делитесь.
группы свои, вот кто ВКонтакте сидит там, у него же есть свои группы, туда закидывайте. Конечно, но так все делают сейчас, а я самый последний оказался, потому что я не деловой человек. Хотя у меня сотни деловых людей обучаются, потому что интересно, что наш метод ключ, оказывается, всем нужен, понимаете? От спортсменов до музыкантов, от шахтеров до начальников больших. Ну, давайте, до встречи. Да, в следующий раз я вам расскажу. Итак, выбирайте. Академик Работнов, академик Фролов, Термен, может, про Николаева, космонавта расскажу, может, про Поповича расскажу. Ну, давайте, выбирайте. Давайте, до встречи.